Сегодня мы хотели рассказать вам про GCI. Это свод правил, направленных на качество и безопасность в медицине. На браслете у нас есть номер карты пациента, фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, а также могут присутствовать специальные цвета. Красный цвет означает наличие аллергии, зеленый цвет означает, что у пациента есть однофамилец в клинике, желтый цвет означает повышенный риск падения, оранжевый цвет означает, что наш пациент лечится в условиях седации или наркоза. Когда мы говорим про безопасность, мы говорим про детали. Например, специальные замки на окнах. Или заглушки в наших розетках. В тех зонах, где пациент может остаться один, у нас присутствуют специальные тревожные кнопки. Даже если пациент будет на полу, он сможет нажать кнопку и вызвать помощь. В тех местах, где есть препятствия, наклеена специальная лента, а также есть защита пальцев от защемления. Безопасность – это скорость реагирования. Для этого в клинике разработаны специальные коды для действия в экстренных ситуациях. Например, красный код – это действие при пожаре. Как раз сейчас в клинике проходит пожарное учение, где все сотрудники отрабатывают свои действия. Вот так вот. Пучок, вот. Вот. Затягиваем лямочки. Так, сидим. И начали. Одновременно. Такие вот пожарные датчики. Дымовые есть в каждом помещении. Они реагируют как на